Масштабная авария на теплостанции «Центр города» ликвидирована. Как заявил официальный представитель городской управляющей компании, ремонтные работы на трубопроводе диаметром 800 мм завершены. Горячая вода в краны и батареи жителей центрального и западного округов будет возвращаться в течение дня, и к вечеру все потребители получат теплоснабжение. Из-за ЧП в зоне отключения оказались военный госпиталь на Постовой, госпиталь инвалидов войны на Кирова, 1-й и 4-й роддомы, 6 школ, 15 детсадов и 190 многоквартирных домов.